Друзья, всем привет! Наверное, вы еще помните Еву Польну и Юрия Усачева, солистов группы «Гости из будущего». Митя Фомин опубликовал недавно видео, на котором Ева Польна исполнила песню «Ты где-то». Пользователи сети тут же заявили, что соскучились по творчеству экс-солистки группы «Гости из будущего». В последнее время артистка не радует поклонников хитами. На этом ролике 45-летняя Ева Польна предстала в черно-золотом платье, а ее образ дополнил яркий макияж и ободок с ушками. Артистка исполнила песню «Ты где-то», причем подыграл ей Юрий Усачев, создатель и экс-участник группы «Гости из будущего». Немного о вчерашнем вечере, смотри до конца, такое настроение, что хочется кричать во весь голос: «Ты моя любовь! Спасибо за феерический праздник!» Это и впрямь было волшебно, подписал публикацию Митя Фомин. Кстати, к слову, на видео кажется, будто у 46-летнего Усачева накрашены губы. Не знаю, может, он с кем-то целовался или сделал это намеренно. Фомин поспешил сразу же это прокомментировать. «Юрик не красит губы, это цветокоррекция», отметил Митя. Пользователи сети признали, что соскучились по голосу Евы Польны. Поклонники попросили исполнительницу поскорее записать новую композицию и снять клип. «Ева, сказка, срочно нужна свежая песня, как я рада ее видеть. Давно ее не было и не слышно. Ева, спасибо за молодость, за все твои песни. Ты наша душа. А что вы помните о Еве Польне и «Гости из будущего»? Пишите в ваших комментариях. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. До новых встреч. Пока-пока.